Доброе утро, дорогие телезрители! Как вы знаете, зеркала – это очень важная вещь в нашем доме. Они отражают не только ваш прекрасный облик, но еще и способны кардинально изменить пространство в нашей комнате, а также визуально его расширить. Но это можно сделать только при условии, что ваши зеркала будут идеально чистыми. Сегодня я расскажу вам о том, как в домашних условиях очистить ваши зеркала, чтобы отражение в них только радовало вас. Для этого нам понадобится смешать нашатырный спирт и зубной порошок. Смешиваем нашатырный спирт и зубной порошок. И как следует смешиваем. Полученную смесь мы должны нанести на наше загрязненное зеркало. Итак. И даем просохнуть. Когда наша смесь застыла, нам нужно стереть ее сухими полотенцами. И вуаля! Посмотрите, какой потрясающий результат! Также следует знать о том, что зеркала нельзя вешать под прямые солнечные лучи, они от этого портятся. А еще зеркала не выносят сырости. Что же, для того, чтобы зеркала вас радовали, нам понадобился всего лишь зубной порошок и нашатырный спирт. Я думаю, вы легко сделаете это в домашних условиях. А я желаю вам доброго утра и отличного настроения!